кунжутное масло, соус терияки уже там. Сейчас мы добавляем кунжут. Можно не жалеть его. Очень вкусно. Словачки перемешиваем. Туда же немного соевого соуса. И капельку рисового уксуса. Также добавим вот эту чудесную соль. Я очень люблю добавлять в салаты. Так, перемешиваем. И уменьшаем температуру до щелочки. А тем временем мой помощник и главный дегустатор нарвет вот эти чудесные листики кусочками. А сейчас мы добавим немножко бульончика с морепродуктов. Вот. И черный перец. Так, мы перемешиваем. Даем ему немножечко еще протушиться. Мы довели нашу заправочку для салата до готовности. Вот так вот оно должно постоять минут 10. Немножко загуснет и потом будем выкладывать. При выключенной. Да, это уже при выключенной сковороде.